Проспект Машерова – центральная артерия города с повышенной интенсивностью движения транспорта. Проезжая часть здесь подвергается максимальным нагрузкам, а ее качество – один из показателей уровня жизни и благоустройства в приграничном Бресте. Однако асфальтирование данного участка производилось целых два десятка лет назад, и за это время покрытие изрядно износилось. По проспекту Машерова по первой полосе идет интенсивное движение городского транспорта. И пошли уже значительные разрушения. И состояние дорожного покрытия уже вызывало такое опасение, что в зимний период могут произойти довольно-таки значительные разрушения. А поскольку этот участок в городе самый напряженный, поэтому вот было принято решение выполнить эти работы. Асфальтирование первой правой полосы планируется выполнить на всей протяженности проспекта от Кобринского моста до улицы Ленина. Стоимость работ ориентировочно составит 200 тысяч рублей. Их выделил Республиканский дорожный фонд. Предварительно мы снимаем дорожной фрезой асфальтобетонное покрытие. Далее вычищаем поверхность от грязи и пыли, проливаем асфальт, вырезанный асфальт, битумной эмульсией. Далее заводим катки с укладчиком и ложим асфальт. В эти дни многие водители высказывают недовольство, ведь ремонтные работы, особенно в пиковые часы, значительно затрудняют движение в центре города. Однако временное неудобство в несколько дней компенсируется комфортом проезда на долгие годы. В ближайшее время планируется также выполнить асфальтирование по улице Гоголя. В списке ожидания Халтурина, Октябрьской революции и Суворова. Стоимость этих работ будет погашена из областного бюджета.